Актуальні питання, чіткі відповіді. Спитай у політика про те, що хвилює. Почему в нашей стране 40-50 лет невозможно устроиться на работу официально? Предпочтение отдают 20-30-летним. Ну, если уже 40-50-45 лет, уже вы никому не нужны. Ну, к сожалению, это так. Это, к сожалению, мировая тенденция. Но в нашей стране все чаще начинаешь слышать эти просьбы от молодых людей. Все хотят молодых и в то же время опытных. Молодые и в то же время опытные есть только в модельном бизнесе. Если говорить серьезно, то на сегодняшний день, к сожалению, все хотят работоспособных при небольшой зарплате и прочие люди, которые с опытом, как раз 47 лет, это уже расцвет в любой деятельности, не принимают на работу. Но учитывая регион, где вы находитесь, напишите мне, пусть дети ваши напишут на Facebook, мы постараемся вам помочь индивидуально в этом плане. Я почти 10 лет являюсь преподавателем высшего учебного заведения. Я кандидат юридических наук. И на данный момент моя заработная плата составляет 4800 гривен в месяц. Скажите, пожалуйста, когда и каким способом государство будет решать вопрос с достойной оплатой труда преподавателей высшей школы? Ну, знаете, я в свое время сказал одному из президентов, это было там 10-12 лет назад, что Украина может себе позволить столько офицеров вооруженных сил и офицеров полиции, тогда еще милиции, с каким она в состоянии заплатить сумму, эквивалентную на тот момент $1000 в США. То есть, что касается, хоть это лозунг почти, нищий профессор – это позор Украины. Так если мы в безопасности должны платить такие деньги, то в прямом смысле преподаватель вуза и школы – это и есть безопасность нашей страны. Чем выше качество образования, тем выше знания у наших детей, значит, они тем применимы, в том числе для экономики, а значит, для безопасности нашей страны. Нужно посмотреть бюджет внимательно, отказаться от многих вещей ненужных в современном мире, в том числе в госуправлении, и передать высшей школе. Не может быть преподавателя вуза с зарплатой менее в сумме эквивалентной 800. То есть 20 тысяч гривен это должен быть минимум. Другого пути нет. Просто нет. В Украине уже не один год планируют построить мусоперерабатывающие заводы. Почему? То есть до сих пор эта проблема не решена, потому что мы в новостях все больше и больше слышим, что города потопают в мусоре. Почему это до сих пор не решен этот вопрос? Потому что от здания администрации президента, кабинета министров и Верховной Рады мусор вывозят, а остальное они на землю не могут спуститься. Поэтому здесь ответ такой же, только децентрализация. Все деньги у местных советов, позволяющие им построить действительно те предприятия мусороперерабатывающие, которые построены возле любого крупного города в мире. Если вы правительство бесконечной власти толдонят о Европейском Союзе, Европейском опыте, так начинайте не с НАТО, а с мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов. Другого пути нет. Только деньги местным советам. Когда перестанут наши политики брать с потолка коммунальные услуги, которые тоже тянут нас назад к бедности? Когда это все закончится? Ну, когда будет правительство профессиональным по-настоящему, и власти Верховная Рада сократится до 150 депутатов, министерство до 15-20 человек сразу, будут профессионализм сразу видно. Когда у вас в министерстве 1000 человек, не видно, кто профессионал, кто не профессионал. На любом предприятии любого лишнего человека держать никто не будет. А в госвласти будут всегда, потому что это выгодно, чтобы размыть результат. Поэтому будет профессиональный подход, я думаю, в ближайшие 1,5-2 года достигнут к любому министерству. И по-настоящему будет поставлен подход к коммунальным услугам, чтобы человек платил за то качество, за которое ему обеспечат, и в том количестве, которое он потребляет. Сегодня в панельном домостроении это средняя температура по палате, на которую списывается все воровство. И газа, и воды, и стоков.
Я молодая мама в декрете. Мне хотелось бы поинтересоваться, когда наше государство поднимут выплаты детям, потому что этих выплат вообще никак не хватает. Одна из первых задач после выборов, до них еще далеко, я понимаю, вернуться к тем платежам, которые мы установили в 2011-2012 году. Когда за третьего ребенка сразу платили 15 тысяч долларов, и за второго 8 тысяч долларов при рождении. Такая система привела Северную Европу к успеху, к повышению рождаемости. То есть при рождении ребенка помощь до 3 лет одна сумма ежемесячно, до 6 лет другая сумма больше, ребенок же растет. От 6 до 13 следующие, от 13 до 18 следующие платежи. Другого пути нет. Ведь это нужно смотреть просто. У вас было двое в семье, стало трое, четверо. Откуда вы возьмете дополнительный доход? И, конечно, качественное образование, где ребенок до 13 лет должен быть полный день в школе, а мамы должны работать, и папы уже сказки о церкви, детях и кухне, они уже далеко позади. Поэтому такой комплексный подход, качественная система ясель, детских садов, школ, которые позволяют провести полный рабочий день, и выплаты государства, которые стимулируют рождаемость и приведут страну к хорошему, ощутимому результату в плане демографии. Ребенок рождается там, где родители абсолютно уверены в себе и в завтрашнем дне в своих детей. Вот вселим мы уверенность, будет Украина будущее. Не вселим уверенность, значит, никакого будущего не будет. Молодежь вся уедет, пенсионеров некому будет содержать. Спасибо.